В нашем любимом магазине «Шиншилка» выписали корм «Роял Канин» для взрослых кошек стерилизованных. Вот наш любимый котик уже ждет. Корм «Роял Канин» нам нравится больше всего по качеству. Ну-ка, Боня, посмотри, что тут у нас. Что тут у нас? Ой, Бончик, смотри, твой любимый корм. Твой любимый корм пришел. Роял Канин для стерилизованных 12+. Нашему котику уже больше 16. Боня, улыбнись нам сюда. Улыбнись. Ой, корм, куда улыбаться? Тут корм, да? Вкусный корм. Смотрите, корм хороший. Действительно, проблем, чтобы не было с почками, с мочеиспускательной системой, я рекомендую брать для взрослых котов. Нравится, да, нравится нашему Бончику этот корм. Чистый, аккуратный. Нету надломанных, все хорошенькие гранулы. Корм этот рекомендую. И еще рекомендую брать на шиншилке. Всегда вовремя, всегда свежие. Даты даже я не проверяла, но я знаю, что всегда девочки перед отправкой мне проверяют, чтобы срок годности был хороший.